Подробности вечернего ДТП. Детсадовцы Нижнекамска встретились с космонавтами. Об этом и не только. Прямо сейчас вы смотрите новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. В один большегруз сразу две легковушки. Вечером на Менделеево произошло ДТП с участием трех автомобилей. Молодой водитель Гранта 95-го года рождения выехал на встречку и врезался в Сканию. В момент аварии за Гранта ехала десятка, за рулем которой находился еще более молодой водитель 18 лет. Он также не справился с управлением и врезался уже в стоящие автомобили. В результате ДТП пострадали пассажиры Гранты. 21-летняя девушка получила перелом носа, и еще один нижнекамец, который находился в Гранте, получил травму головы и сотрясение мозга. Нерешенные вопросы. Так можно охарактеризовать проблемы тех, кто пришел на общественный прием граждан. А в этот день жителей города принимали депутаты городского совета, руководитель исполнительного комитета и директор департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На встрече подняли вопрос о частом отключении горячей воды и начислении за коммунальные услуги. Некоторые вопросы удалось решить прямо на месте. Далекий космос стал ближе. В Нижнекамск приехали известные космонавты Антон Шкаплеров и Алексей Овчинин. В рамках визита космические гости встретились с детсадовцами, школьниками и студентами. На каждой встрече у ребят была возможность задать космонавтам вопросы, ознакомиться с их автобиографией, а также взять автограф. А в то же время гости оценили таланты и достижения воспитанников детских садов города и ребят из Центра технического творчества. Определились победители конкурса «Лицо НВ», который организовал еженедельник «Нижнекамское время» и медиахолдинг НТР. Всего принятие участия изъявили более 30 человек. Конкурсанткам требовалось прислать свое фото и краткий рассказ о себе. И вот жюри определило тройку финалистов. Третье место заняла Кристина Евдокимова, второй стала Армине Камалян. Первое место досталось Анастасии Токачевой. Теперь ее фотография украсит календарь еженедельника «Нижнекамское время». Пасмурную погоду обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Возможен снегопад, температура воздуха минус 1 градус. А через пару часов мы вновь расскажем вам о самых последних новостях, которые произошли в городе и районе. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на наш сайт. Его адрес ntr-24.ru. До встречи.